Такс, такс. Поехали. Who's next? О, песня хорошая пошла. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Господи, ты рядом был, ты лост. Господи, Айзек. Айзек. Просто Айзек. Старый добрый Айзек. Вот его еще, по-моему, не было. Но опять там Телос был просто... Уже раз 6 был Телос, просто каждый раз рядом. Просто вокруг и около Телоста играем каждый раз. Просто страшно. Ты тогда поставил? Ха-ха-ха, Юкай. Читать надо. Надо читать, видишь. Я вас учу это. Читать. Грамоте учу. Так что вот. Тут как бы специально. Тест на это. Внимательность. Сам умел, так я как это, как любой учитель. Или почти любой. Как бы я вас учу, сам я могу много чего не уметь. Мне это не нужно. А вы, может, научитесь. Так, обычно правильно. 48. Айзек. XV9A, B9D1. Господи, я 100 лет на Айзеке не играл, на обычном. Просто кубик. Просто кубик. Просто с кайфом. В отпуск пора, ну, я думаю, нормальная тема идти в отпуск. В мае, в июне. Почему бы нет? Почему бы и нет? Если отпускают. Если отпускают, можно и сходить. Так, я открою оба, да, сундука? Вроде открою. Точно открою. Уф. Уф. Найс, сундуки. Так, там две бомбы, да, для тинтитрока. Или одной хватит. А, одной не хватит. А-а. Две надо, ну и ладно. Две так две. Тут секретка. Тут сейчас рок-ботом опять паролем, наверное. Нет, пока не паролем. Ну и ладно. Потом, значит, паролем рок-ботом. Попозже. Мы не спешим никуда. Какая мерзкая ру... Какая мерзкая рума. Давайте пока тут снизу разберемся. Там что-то как-то в разнобой не хуярит из-за этого восьмистрельного ублюдка. Неудобно. Так, он там подгорел, по-моему, я слышал. Ты подгорел, а он сгорел, вообще полностью сгорел. Так, это я не хочу набрать. Да, опять, господи, опять автомату болеть. Опять автомату болеть, ну типа, да. Я думаю, все равно пару лет, потому что тут айтемы смешнее. Надеюсь, собственно, я так что-нибудь полезное получу. И без рула. Найс. Только толку мало теперь. Сон, домогатель получает мало от этих бомб. Понерфили. Ух ты ж, ничего себе, какая дача прикольная. Там была бы... А, у меня бы... На сегодня денег нет. Даже если была батарейка. Бомбу достать в большой руне.
Вы правы. Это сделать можно. Мультиплеер, мультиплеер. Самый настоящий мультиплеер. Одноглазый мультиплеер. Все еще мультиплеер. Все-таки нашел. Я даже не на. Сегодня что-то мы находим, прямо все находим. И грибы находим, и рок-бота мы находим, и квартиры находим. Господи, что за день? Не день, а сказка просто. Это точно новый DualSense прокает сегодня. На удачу. Доллар, не доллар, я думаю, все-таки мы не найдем доллар. Ах ты ж гнида. Ах ты ж гнида, надо было все-таки сначала кубик заряжать. Ну типа один хрен, я думаю, я бы два раза, наверное, бы не порулил. Ладно, а может быть и порулил бы, там большие румы есть. Фак. Я вообще не хочу особо идти на дьявола с айзеком. С кубиком, по-моему, как-то ангел интереснее получается в среднем. Ладно, посмотрим, что на роли. Last Blood. Я вообще, может, сделку скипну. Хотя, ладно, нет, в смысле, у меня кубик есть. С кубиком это глупое занятие скипать сделку. Я же могу еще ее поролить. Еще глаз. Ну, берем все глаза, значит, в этом ране. Берем все глаза, скипай, так уже поздно, я уже был на сделке. Я уже не могу ее скипать. Телепорт больше не руинит, что... Не руинит, что именно. Сделку слить можно, но зачем? Типа, говорю, у меня кубик есть. Не было бы кубика, наверное, я бы слил. Да, с кубиком, мне кажется, смыслом. Господи, ПХД и стартер дек в одной руме. Вы что, троллите? Вы что, правда, троллите? И то, и другое в одной руме. Сложно. Очень сложно. В смысле выбор? Это не выбор. Или ты по то, что это? У меня будут либо таблетки, либо карты. Ты при этот выбор. Привет, Кукимен. Просто ПХД в теории дает энергию, энергия это миллион роллов. И это прикольно. Это прям максимально. Вот! Да! Вот, поэтому нет. Поэтому не стартер дек, наверное, все-таки. На кубик энергия нужна. Вот о чем я и подумал. В теории так и получилось даже на практике. У нас теория сегодня с практикой совместилась. И вот теперь я точно пойду на дьявола еще раз. И там что-нибудь может быть и нарулим. С 2-3 роллов там два этого что-то может и порулить интересное. А бомб мне тут еще печально. Там были бомбы, я не помню. Опять пошла хорошая песня. Вообще у меня глаз смешной на затылке. Наглов? Ну, наверное, пока нет. Все-таки я на дьявола схожу. А там посмотрим. А там уже посмотрим. Потому что я уже получил телепорт на дьявола, поэтому у меня уже все равно не будет ангела гарантированно. В любом случае. Так что уже нет смысла дожи дьявола. В этом виде, блять, серьезно. Ненавижу этот обус.
Крепкий дуб. Roll. 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 Ага. Ну, слушай, Брим лучше. Брим еще и жопным глазом. Который прокает постоянно, или почти постоянно. Короче, он хорошо прокает. Ну, нормально. По-моему, нормально. Что там было? Devil. А это кто был? Это World. Я на World заберу. Да, вроде нормально. Вроде неплохо. И у нас все еще есть энергия в пуле. Там сине-зеленая энергия. Надо это помнить. Что здесь у меня ключей много? Эх, бомбу не дали. Печально. Ну, осталось не умереть. Что я думаю, мне должно быть сильно сложно с таким Брим. Хотя у меня 3-5 дэмэдж Брим был. У меня пока Брим-то говно. Кот ушел. Тут кот был. Кота вы уже пропустили. Возможно. Ну, 3-5 дэмэдж, но все же это Брим. Карта или ХП? А. Или ничего. Это тоже вариант, как оказалось. А, я опять игнорю Тринкет. Я не знаю, я Тринкет-то просто игнорю. Просто игнор. Хоть убей, я их постоянно просто игнорирую. Они для меня невидимые. Я же говорю, нужно делать тир-лист Тринкетов. Срочно. Чтоб я их брал всегда. Роу. Это не мулиган. Но я это беру. Такой вопрос. Если на двух братьев для получения перфекшена, одним не получать по лицу, другим получать, дадут Тринкет. Я думаю, там нельзя ни на ком получать по лицу. Скорее всего, ни на одном. Привет, фиалочка. Это все еще хорошая муха. Так, нам сегодня, по-моему, на грибы везет. Давайте продолжим. Так, почти. Почти, но нет. Я почти поверил, что это опять гриб. Кринжоинт. Кринжоинт можно собрать. Если захотеть. Куда вы его отталкиваете, господи, какие какашки. Чё творят? Чё творят? То вер, говно. Так, это смерть БТВ. Ползает, да ведь? Там 2 хп дэмэдж у этой твари. Надо аккуратнее. Найс. Найс. А, я уже ел другие таблетки, да? Печально. Не может пробить? Синяя касса, ну, наверное, да. Но просто все равно страшно. Один хер страшен. Ну, вообще, да. Если у тебя хп типа разные, вроде ты в безопасности обычно. Но все равно собака страшна. А ты full hard damage. Так, подожди. Так и умереть можно. Аккуратно. Роу. Яйкс. Эх. Эх. Че так плохо-то?
Гапи, да, какое в жопу гапи? Чем вурпил? Я забыл, что я ел перед вурпом. Но вообще, да, вурп надо было оставлять. До ближайшей нормальной таблетки. Что-то Брим взял, а хп вообще нет. Геймпад под столом или над под столом? У меня не такой низкий стол, чтоб я над столом играл. У меня руки охуеют их постоянно наверху держать. Ладно, предположим, гапи. Зачем хп, если есть Брим? Мне кажется, хп иногда важнее Брима. У меня Брим, я говорю, все еще 3-5 дамаг. Это не Брим. Это говно Брим. Пока еще. Энергия, по-моему, я после энергии что-то ел уже. Я уже ел таблетки. После энергии. В этом-то вся и проблема. Блять. Охуенная рума. Не бери это говно. Это очень опасно. Ага. Замедление. Сосайте. Даже Санкинс Врон пригодилось, господи. Такие таблетки бывают полезны. Нахуй я так делаю. Бомбу запушил. Ну, до магаза или до босса дойти, там будет хп, наверное. Какое там. В магазе не будет, понял. То будут бомбы. Тоже приятно. Тут чё? Тут терпила. Какой сухой ран. Сухой ран на хп там. Суховатый. Это лучше, наверное. Это двойной Брим. Ace of Hearts. Естественно. Господи. Ладно, можно было, конечно, подождать, наверное. Можно было бы рума получше. Так, ну на сделку это не повлияет. Ах ты гнида. Ах ты гнида. И это не Левиафан, да? Ах ты мразь. Может, ты не закроешься? Ладно, Марку брать все равно надо, да, по идее. Не закрылось, но мне это не поможет, лол. В любом случае. Хотя, это может мне помочь. Мат. Не поможет. Жаль. 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 Брим нож было бы сейчас получше. Тёнша, так а хули толку? Там надо 6 раз удариться об него. Какая разница. Это абсолютно бесполезно. Так, я... А, я не летаю! Я долбоёб. Почему думал, что я... летаю? Проехали. Просто проехали.
Не закрылось. Infested. Не закрылось. Спасибо, но не поможет. Пенис закончился, ну, считай, да, считай, закончился там. Гонки еще остались какие-то, наверное, ну, типа, все гонки основные все закончились. Основная лига прошла. Основные лиги закончились, по-моему, полностью. Так что, по факту, считай, да. Конец. Ну, благо, билд вроде нормальный. Билд вроде нормальный. Ты команда года 3 уже, по-моему, нет на этом канале. Господи, сама себе еще один очнулся из комы. Какая нахуй пуська. Опасно, мем Роману. Вроде справились. Найс. Дай сюда. Ух. Можно немножко выдохнуть. Ну, ласта я не могу на это променять. Хэби, да нахуй нужно. Я что, буду фармить? Я не буду фармить. Я отказываюсь фармить. На этом этаже. Да, лос все-таки не выжил. Ну там Рома мерзкая была. Неудобно. Не вина. Серьезно. Серьезно. Да, блядь. Да нет же, ну зачем? Зачем вы мне это дали? Я ж не хотел фармить, но теперь я вынужден фармить, потому что, ну, блять, в смысле? Монашка скапуляр. Монаш, я знаю, я видел монашку. Я помню. Ну, типа, серьезно, блять. Видит бог, не хотел я фармить. А, ну да, тут еще есть что ролить. А чё я там ролю? Кошку? Наверное, да? Чтобы, типа, не сдохнуть точно, и потом можно было нормально фармить. Я на кошку ролю. Дайте кошку наролим. По-быстрому. Любой? Нет, почему любой? Я беру кошку отсюда. Гарантированно. Для безопасности. А, найти можем любой? Ну, любой из Curse Room, а потом... Потом любой, наверное. Все, кошку найдем. Все. Теперь можно вайбить. Теперь я точно не умираю. Окей. Хорошо. Теперь мы можем ломать пул... босса. Теперь можем ломать на боссе БТВ. Ну как ломать? Можем там два этого паролить странных. Полагаю, этим мы и займемся. А либо я еще не видел. Я сейчас не видел секретку, кстати. Я секретку не видел. Пошли искать секретку, видимо. Секретка. Где она? Где-то тут. Где она? А где она? What? Чё это за этаж? Здесь что ли? Э? Я на усы Кёрса жаловался, это правда. Тут этаж говна, давайте лучше вторую найдем, может.
А вот тут рок-ботом, мне кажется, будет говно, у меня же теперь брем. Я не знаю, что еще нет, тут не будет. Секретки, ладно, короче, похуй пока. Пока что похуй. Пока что строго похуй. Правда, съебись в какую-нибудь сторону. Так. Роу. Ох. Так. Давай еще айтем. Звезду ищи какую? Зачем мне звезда? Блять. Как это делать? Неудобно. Тут долго бегать. А, не очень долго. Вот пул ломать будет долго, там еще айтемов по-моему миллион осталось. Это надолго. Так оно вроде об камня нихуя не ед. Не могу. Не ударяет. Взорви. Бомбы жалко. Бомбы ресурс важный. Кстати, не факт, что это быстрее бутыл. БТВ. Это даже быстрее, по-моему, не кажется. Там, по-моему, примерно так же обходить. Так что вообще похуй. Блин, Marbles. Marbles. Взорви, нет. Я не буду ничего взорвать. Мразь, надо брать. Надо брать, потому что... Кек. Уже смешно. Ладно, заебал. А, ну, блядь, конечно. Ладно, тут еще есть. Съел. Тоже съел. Так все быстрее. Чем намного быстрее. Блять, тайминг говна. Тайминг говна опять не успел, иди нахуй. Охуй. Тайфреймы говна. Вот в чем еще беда. Ебучая фреймы. На фулл хард дэмэдж. Ладно, это не быстрее. Только так на быстрее, тут две тычки в раз. Эх. Стоп. Но... Marbles. Marbles, пожалуйста. Ой, да иди нахуй, Marbles. Где-нибудь по дороге сожрем. Так, что я там еще искал? Искал секретку. Не надо, блайнд роллы. Может быть, не надо. Я что-то не вижу, да? Чего я не вижу? Слева ее быть не может, справа ее быть не может. Тут ее быть не может. Тут ее не было. Тут же ее не было.
По-моему, тут ее не было. Или тут, что ли? Ну это прям странное будет расположение. Это ж ебаная параша. Типа вторая будет где-то в той жопе, наверное. Либо слева, либо снизу. Либо здесь. Короче, я в рот ебал, такие этажи пошли отсюда. Похуй абсолютно. На другом этаже поищем. Там уже взрывали, там не было секретки, по-моему. Или нет? А тут блайнд. Фак. Я же говорил, бомба важный ресурс. Бомба заканчивается. Да, очки я выкинул, по-моему. Очки я не стал есть. Так, теперь мы ищем свинью. Каким-то образом. Причем на блайнде. Не знаю, как мы это делаем, но как-то мы это ищем. Потому что у меня будут приколы сыпаться, начиная с бомба. Это было бы приятно. Или с валупеня найти тринкет где-нибудь. Прям быстро. Да, нужен срочно Black Candle. Причем первым айтемом, чтобы там было что еще ролить. Газ. Какой вариант. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Господи, дрочь этой капельницы, ебануть тоже будет такая мерзость. Типа надо ударяться, потом либо ебаться идти с капуляром. Как же ломки стали такими, блять, унылыми стали ломки. Так все долго эти реуныло делается. Надо мозги ебать. Типа ударился сюда. Стоп, нихуя не так. Прощай, лост. Ну-ка. Надо найти пол красного. Где мне на пол хп ударяться? Тут фулл хард дэмэдж. Тут я умру, по-моему, навсегда. Я просто потеряю жизнь. Я буду каждый раз терять, потому что эта хуйня отбирает красный хп. Типа надо бегать до сакрумы. До керсрумы. Это ебаная параша. Просто говно. И очень далеко. Это слишком далеко. Посмотрим. Типа блайнд так уже все обосрал, все планы. А. Ну да. Теперь еще это говно. А. С мамсаем, точно. Окей. Становится веселее. Ну, теперь надо найти секретку с тем тренером или с миссис Ноу. Для полноты картины. Да, на самом деле, это похуй, наверное, даже на мамсай. Особо не помешает, наверное. Ломать нечего. Блайнд. Ну вообще да.
Что-то будем ломать явно. Где там? Стоп-вотч, найс. Ой. Упс. Ну давай. Ну давай. Сделай это. Он это не сделал. Так, я могу купить второе. Сына же прокает? Или нет? Прокает. Я теперь сам себе монашка прок. БТВ. Это прикольно. Не та свечка. Окей. Ладно. Тут уже поздно, потому что я тут уже вся этому забрал. Наверное. Так, ну ладно. Мне нужен авибэк. Наверное, нужен авибэк. Я не знаю, что мне нужно. Типа, если я даже сделаю авибэк, мне это как-то поможет на бомбе. Там фулл харде может быть везде. Так, тут надо автомат не поломать. Полубосса там нету, полубосса, это ДБЗ. Там пол полароид негатив, короче, беру полароид. Удачи. Я еще вторую не видел секретку. И, может быть, кроллспейсы какие-нибудь веселые. Челленджа, да, тоже что-то можно наролить, наверное. Тут ролить, блядь, тут долго будет ролить, пиздец, долго. И тем более всего я найду тоже. Это прям будет долгая история. Очень долгая. Чем вибэк? Вибэк в теории сломает игру. Потому что у меня нух-ух. Тринкет съеденный. А, да. Еще надо хп постоянно сливать. Ой, да в пизду просто, дайте мне этот шприц. Долго, но я пытаюсь еще это, вибэк пропнуть. Между делом. Главное, какая главная, у меня сабов нет. Там без сабов главное не дают. Главное через 5 лет теперь, наверное. Вторая. Господи, это ж параша. Куда вы запихали вторую теперь? Что за конченые лейауты? Явно не здесь, видимо, где-то там, да? В сторону этому румы. Если у меня будет авибэк, мне, возможно, D6 не будет нужен. Но это не точно.
Ладно, это очень сильно помню точно. Потому что, типа, надо прокать деньги. Ну, лучше их прокать не с Авибега, а с чего-нибудь типа с Валопенни или Пиги Бэнга. А Пиги Бэнг я уже не наролю. Свечка, да. Да, это была свечка. Там была красная, потом черная сразу. Все, автомат просто неубиваемый. Чё за автомат? The lovers. Фуллом фармить, вот, наверное, уже реально. Заебало. Тут хуёвый файт. А. Я его могу не пройти. Тут нихуя места нет. Этим говнофетусом. Ладно, вроде пройду. Муха, работай. Ага. А, ну да, теперь надо, пацаны, перезаходить. Ладно, благо тут делается быстро. Сейчас что-нибудь наролим. Поднять трата времени. Так, сейчас главное конжой не забрать, по-моему. Тут будет триплшот, довольно странный будет триплшот. Я, по-моему, такой не хочу триплшот. Кстати, я сейчас могу наролить свинью. Вот что я подумал. Кстати. Может, сейчас свинью наролить? Бля, ну это будет долго. Это будет, наверное, очень долго. Типа на нух-ух наролить свинью. И ломать в бомбе. Через нух-ух и... пиги-бэнк. Завтра на любви. Да я не думаю, у меня же нет никакого ни карбеттера, ничего такого. Да, я могу наролить и это, и хосхэт, и пироманьяк. Это тоже очевидно. Хотя на самом деле это будет мешать ломать. Наверное. Ну, короче, еще первое наролю, то и возьму, видимо. Деньги, там не деньги будут, там будет нух-ух. То есть у меня будет пиги-бэнк давать не деньги, у меня будет всякая хуйня будет сыпаться. Карты, хп, чего угодно. That's Tammy Brim? I mean, I don't care. Not looking for Brim. Looking for memes. Is it all? I have like... a fetus. But Tammy will be still Brim. Maybe. I have no fucking clue. Mm-hmm.
Ага. Так, момент, дайте отойду. Сейчас вернусь. Привет, Кинаги. Привет, Эдвард. А мне было что брать в мешок? Вот, правда, в этом вся беда. Я, по-моему, вообще, да, ничего не оставил. Типа, карта хрень. Карта бомба и все, да? Тут мешок уже не поможет. Секретки в виде лобби, да? Печально. Ладно, видимо, не мешок все-таки. Жаль, что вы так поздно дали. Автомат, все, он мне дал это. Он мне дал Bloodbath, и мы его уже ролим миллион раз. И деньги все я подобрал, поэтому. Поэтому, увы. Я уже все нашел секретки. На этом этаже. Так, нажми. Спан, но типа я не то ищу, камон. Я ищу не спан, я ищу что-то веселое ищу. Спан это спан, это не весело. Это просто спан. А который в магазине? Ну типа... Даже если я его не взорвал, то ну, его жалко буду взорвать, наверное. А, теперь я уже мешок взорвал. О чем я? Теперь уже сына забей. Я уже мешок зарулил. Спан, I know, but again, don't care. You're looking for memes, not for boring stuff. Ideally, I want to get piggy bank, because I have Nuh-Uh trinket. Or Nuh-Uh trinket. So I get bomb immunity. Mega bomb is a... Meh. No. It's not good enough meme. It's just more damage. Вот ракеты возьму, да, если ракеты найду, наверное. Ракеты с Феросом я давно не видел. Если вообще видел. У себя, не помню. Это самоубийство. Это самоубийство, это осуждаю. Это неиграбельно просто будет.
Это будет вообще не игра. That's, I mean, that's a suicidal, no. That's unplayable shit. That's a horrible meme. We need meme that can work. Not just fucking kill me in every room. We need a proper meme. Там, по-моему, были бы мини-бомбы, ну или псевдо-мини-бомбы. No, I don't have Brim. Dr. Fetus overrides Brim for no fucking reason. So I just have Dr. Fetus now. Which is pretty lame. Ну, в игре довольно много этомов, поэтому это может какое-то время отнять. Так, я опять хитбокс шипов не чувствую. Это все еще плохой мем. Кьюзы будут разваливаться на части. И типа самое херовое, что я проебу скапуляр, если умру. Я его не восстановлю. Почти никак. Это плохо. Это плохо. Это все еще плохо. Тут реально сейчас речь идет о том, что я просто могу умереть, потому что это просто неиграбельная хуйня. Тут мамса и фетус, это просто параша. Надо что-то находить, что-то, что или даст ломать, или то, что даст не умирать. Одно из двух. Все остальное мусора. Штаны. Танишки. Д100 спасет? Ну, Д100 типа дролбил, да? Я же заролю все. И у меня будет, скорее всего, 2 хп. И не будет кошки, поэтому не спасет. Нет. Я потеряю скапуляр в том числе. Так что нет, ролбил, да, здесь уже, по-моему, исключен. Генез я не смогу найти, потому что не тот пул. Тут пул айтем рума. Поэтому все генезисы, рок-ботом и прочее тут не пропают никак. Только с хаосом, а хаоса я тут уже не найду. Что-нибудь найдем. Что-нибудь да найдем. Благо босса я уже, по-моему, прошел. Это прям вомп. Тролли Midden Blessing. Тоже вариант. Вау. Найс активки. Немного изменилось. Зуб в зуб. Ролим зубный пул. Здравствуй, Велозавр. Зуб сгнил, да. Как говорится, вот что будет, если не будете зубы чистить 5 раз в день.
Осторожно. Ролим... Ролим что-нибудь полезное, в идеале. В идеале что-то сильно полезное ролим, потому что у нас жопный глаз с фетусом, потому что Брима нет. Да и билда нет, вообще-то, по факту. Полагаю, фетус и пикак, да, спасет. Хотя, подожди, и пикак, я не уверен, что жопный глаз будет без селф-дэмэджа. Я вот даже не думаю, беру ли здесь и пикак. Черт его знает. Может, я и пикак тут не могу брать. Я не знаю. Соя уже была. Какой звук? Звук есть. Я вас ничего не говорю. Да, если взрывов не будет, то нормально будет. Ну, типа, защита от взрывов спасет. Это очевидно. Вафля берется. Наверное. Вафля, наверное, берется, потому что скапуляр будет проще прокать. Ну, я смогу хоть как прокать скапуляр. Берется вафля, берется... Бомб имюн любой берется. Больше не знаю. А, еще берется пигибэм. Привет, Фетер. Да не берется. Скапуляр бога, когда ты получаешь урон до половины красного хп или половины синего хп. Короче, когда урон получаешь, у тебя пол хп должен оставаться, ты получаешь обратно синее. Прокает раз в комнату. Это еще не ломка, нет. Ломка в теории будет, если я найду правильные вещи. Что маловероятно, потому что сегодня найт. С одного этого что-то сложно высрать конкретное. Очень сложно. Но нужно хоть что-нибудь, чтобы дальше себя нормально чувствовать. Чтобы себя человеком чувствовать дальше. Что ищу? Вейфер, бомб имьюна или пигибэнк. В основном. Либо ситуативно. Либо по ситуации, что получится. Тут были гриды? По-моему, были. Погоди.
Опять деньги, да? Ну вот сейчас мешок бы пригодился, но сейчас мешка уже нет. Да, сейчас мешок бы пригодился, ну ладно. Причем подожди. Wait. Прок там сидит, прок или нет? Но он скорее всего сидит. Он скорее всего сидит, к сожалению. Хотя... Давайте еще убьем его пару раз. Нихуя не сидит. Деньги разные падают. Так что, наверное, можно с него и айтем получить. И вот тогда будет интереснее. Тогда станет намного интереснее. Блять, аккуратно. Угу. Тут можно перезаряжать. Ну... Просто я не уверен, что я сейчас могу с него получить именно квартир. Он-то, возможно, не прокает. Либо там какой-то шанс пиздец низкий. Но денег миллион упал. Денег я уже нормально получил. Так, я могу сам прокать. Так, вот это самое удобное. На полароде сразу и это. Денег миллион, но толком никакого, потому что... Покупать нечего и тратить нечего, с ними делать нечего. Либо я найду, может быть, какой-нибудь D20, лол, тогда будет толк. Но походу нет, все-таки не получаем мы здесь айтем. Был, по-моему, не было D20, и не было D100, и не было D-Infinity, ладно, D-Infinity я не смогу найти. А, был четвертак, точно! А это влияет? Это влияет, да, наверное? Раньше, по-моему, это не влияло, по-моему. А сейчас, наверное, влияет. Сука. Да. Бля, как же обидно. Точно. Ебаный четвертак, который я нашел с потом. Скидки не было. Скидка, типа, тут нихуя не даст уже. Скидка ничего не даст. Рандомные румы, конечно, можно. Рандомные румы можно фармить. Но это никакого тоже не имеет смысла, потому что... Нахуя. Так, а если я... Так, скидка она нахуй. Типа, она ничего не делает, нахуя мне скидка. Скидка ничего не изменит. Это не работает никак здесь. Был тирдар все это время. Сундуки тоже не нужны, сундуки ничего не дадут интересного. Погоден прок, ну типа шан на сундук там пиздец маленький, мне кажется. Ну это ебанатство уже, то я точно буду-то до утра это фармить. А на челлендж оно разве работает? Погоди. Челлендж. Во-первых, там хуй пройдешь, потому что надо быть на пол хп, да? А не, сейчас уже не надо эту роль, я уже прошел эту руму. Это не работает. Короче, забей. Не пошло с D7, но забавно было. Но было забавно. Можно было бы мини-босса вабутить, но мини-босс здесь был грид, поэтому мини-босса нету. Вот мини-боссов тоже можно было бы рефрешить. Босса нет, босса нельзя заново реролить. Боссы не реролятся. Только мини-босса. Какой автомат? Сейчас D20 на самом деле хорошо зайдет.
по факту. У нас еще один вариант теперь есть, потому что теперь там куча денег валяется. И их можно заролить красиво. Кстати, минус спун уже, по-моему, третий подряд. Обидно, но типа... Не могу я брать спун. Не могу я брать спун. Нам нужны более серьезные приколы. Более глубокие приколы, это не то. Но кстати, подождите. Где я не взорвал много камней? Тут прикол в том, что я могу ролить Crawl Space. Я могу наролить Crawl Space. Это ж гениально. Я ж его по-любому смогу наролить, да ведь? Ладно, может быть не смогу. Там еще и кнопки ролятся точно. Или может в этой руме не наролится никак вообще Crawl Space? Я пока ни прохода вниз, ни Crawl Space ни одного не видел. Пока что. Либо он просто очень редкий. Кнопка в Godhead. Запросто. Это запросто. Это надолго, по-моему, сейчас будет. Это будет на очень долго. А, кстати, кнопка не ролится, да? Подожди, или она была в другом месте? Да, кнопка не ролится. Красная кнопка. Ой, бля. Уф. Ладно, меня заебало. Так. Где еще румы? Это говно все. Ладно, ладно, D12 план отменяется. Тоже план нерабочий. Продолжаем. Мне, конечно, может быть рабочий, но это будет еще дольше, чем я хочу. Ждем D1, блядь, D1 же еще есть. Ой, блядь. Вот это ты мне зря напомнил, что есть в игре D1. У меня же карты есть. Я могу карты ролить бесконечно. Ой, бля. Зачем ты мне про D1 сказал? Ой, это какая ошибка. Какая ошибка. Я же реально буду ломать через D1 и карты. Без шуток же. Там же можно все наролить. Просто все. Любых бомжей, любых роллов, любую хуйню можно наролить через D1. И это будет ран, точно на сегодня будет последний ран. Дальше я уже не буду ничего фармить. Я не D20, or maybe D1. I can break this D1 as well. These cards. But it will take forever though. I will get D1. So it's best for you that I will not get D1. That won't end well. Только не D1. Там еще душа есть, я знаю. Там много чего есть. Я же говорю, если я найду D1, у меня и руна есть, и карты есть, там просто пиздец все есть. Ну, то есть там все готово для ломки сразу. Транда, я закончу ран, в смысле? Тран по-любому закончится рано или поздно.
Но, возможно, поздно. Ну, забавно, забавно. Люблю такие это. Такие встрики, перерывы. Когда можно какой-то хуйней позаниматься. Тупо час. Подумать о вечном. Больно? Нет, не больно, да. Тот самый легендарный айтем. Сейчас, по-моему, всем больно. От происходящего на экране. Даже мне уже маленько больно, но... терпимо. Либра. Почему легендарный? Я уже не помню, почему он легендарный. Просто легендарный. Просто так. Так, главное, этому нельзя, ничего, у меня скорости много. Сейчас разбегусь и возьму это говно. Фуча, почему Куби с каждым заходом на стрим просит разрешение бэдж, я не знаю. Есть дядюк. Я не знаю. Надо у Деволта спрашивать. Спроси у него в Дискорде. Может, он тебе подскажет. Может, что-то поломалось. Там Твич же что-то постоянно... обновляет. Может, что-то по пизде пошло. Всякое, наверное, бывает. Having fun? I mean, yes. Always, Новэмп. Always fun. О, в чате Рашку приплели. Хорошо, хорошо. Это уважение. Нет, Фетус синергия хорошая с Kidney Stone. Отличная синергия. Вот мы пока еще, по-моему, Kidney Stone не видели. Вот там будет вообще хорошо с Фетусом. Вот там будет просто идеальная синергия будет. Ладно, однажды мы найдем правильный айтем. Однажды мы это сделаем, я верю. Мы уже близки. Мы уже просто невероятно близки. Где-то уже скоро. Где-то уже очень скоро. Там, короче, Скайлон, у тебя вообще бомбы никуда не улетают с Хиднестоуном. Ты бомбы ставишь под себя. Там типа рейндж 0. С Хиднестоуном, плюс-минус. Кесарево? Кесарево уже скучная синергия, нет, с Фетусом? Я не хочу брать Кесарево. Я тут ломаю час не ради Кесарева, окей? Точно не ради... Ну чё, мне не хотел вейфер. Ладно, пошли ломать дальше. Будем ломать на бомбе один. Ну похуй, ладно. Душу забрать с собой надо. А чё лучше, душа или карта? Наверное, душа лучше, да? Там, типа, шанс больше найти. Блять, сложно. Сложно. С души можно найти душу Идена. А души... Ну, хотя ладно, души, да, найти сложнее, тоже правда. Это тоже чистейшая правда. Ладно, заберем, короче, душу. Дальше дойди, значит, дальше мы ищем смысл... В этом ранее и в этой жизни. Я не думаю, что мы его найдем, вот в чем беда. Мы можем его не такими темпами не найти. Но посмотрим. Ну, вейфер как бы упрощает сильно жизнь, потому что я теперь прокую скапуляр где угодно. Просто где угодно. Тут айтемы дают из камней. Надо проверять. Блять, похуй, то лос выжил, наконец.
А, ладно. Где сет-бомбы? А нету их. Карту нашел, окей. Карту только ее не надо нажимать, наверное. Надо ее выкинуть. Просто по крайней мере теперь мы можем фармить до конца рана. Брим... Фетус собирает Бримстоун. Потому что во Франции есть один мудак. Наверное. Ладно, может не мудак, может просто он так видит. Может он наигрался во флешайзе. И решил, что нахуй нам нужны синергии Брима и Фетуса. Нам это не нужно. Зачем нам это нужно? Так, стоп, 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 стоп. Стоп. Не-не-не. Аккуратно. Аккуратно. Не торопимся. Да. Нет? А, потому что я уже, да, скопляр прокнул. Блять. Да и похуй, я могу купить. Это говно, да, и нормально будет. Нет? Все еще нет. А вейферд работает на эту хуйню? Не работает. Да и поебать. Блять! Ну зачем ты тут появился, урод? Ладно, благо похуй, сразу прокнуло. Сука, чё-то, блядь, какое-то орево просто. Ладно, не страшно. Я могу тут фармить сразу. Удобно. Блядь. Обо что удариться можно? Есть обо что удариться? Ой, блядь, господи. Дарь меня. Спасибо. В смысле? Куда же? Мне на фар... Кстати, можно было, да. Я проебался. Я забыл, что я хотел... Я же хотел фармить именно этим, эвибэгом. Ну, ладно. Типик... Ок. Ну, я бессмертный. Как минимум. Но теперь надо где-то искать, где ебаться лицом. О, нашел. Нормально. Тебя только всего один айтем, это печально. Так хитбоксы говна говно. Потому что эпикак Фетус это бомб иммюн от своих взрывов. От эпикак взрывов. Синергия через флеш Айзека. Так, еще один лост. Ну что, мы верим, что будем фармить еще дальше. Ладно. Давайте тут тоже пока больше не будем фармить. Можно, не надо, не. Надо, надо. Явно надо. Что-нибудь да нафармим. Рано или поздно. Что-нибудь веселое. Ага. Нет. Это тоже, наверное, нет. Это Гапи, но... Ладно, это Гапи. Не знаю, нахуй метагапи, правда, да я не знаю, чем метагапи. Что мне с ним делать? Гапин это абсолютно бесполезная гапи. Ну хотя ладно, полет получил. Ладно, уже вру. Получается не бесполезная. Нашел полет.
А, сделка не прокнула. Я забыл, что такое может быть. Так, тут будут не деньги. Тут будет говно. Логично. Так, берем ласта. Берем ласта. Ладно, заберем ласта. А что за таблетки, подожди? How long? 1 hour+. Not super long. Just farming break. А! Я подумал, он не умирает от моих бомб, он умирает. Ладно. Хорошо. Я был неправ. А, ну тогда он не выживет никак в этом баране, я понял. То есть это был один шанс у него выжить, так там два ласта, но они оба умрут. Подожди, а what the fuck? А, второй не умирает, идиот, я понял. Второй идиот не умирает. Ага, мне дали... Подождите. 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 Это говно. Съел тренинг, заебись. А чё я ищу в сертификате? Я просто не знаю, что я ищу. Вот, вот в чем беда. А чё я ищу из сертификата? Так типа ломать скучно. Надо, чтобы было много айтемов. Соя, так я сою уже... Ну ладно, я могу снова её найти, это правда. А! Вот что я ищу. Ну, деньги есть как раз таки. И это еще из Карбеттери, да? А, нет, это не Карбеттери, это этот... Придурок. Погнали, 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 погнали. Погнали. Нужны айтемы, камон. Вау. Просто беда в том, что у меня денег не будет. Надо скупать говно, потому что там скоро места не будет. Хуйню спаунить. Надо что-нибудь дешевое купить. Там вот это купить, это купить. Это купить. Мразь, как же хуёво айтемы прокают. Чё, ищем айтемы на продажу, чтобы их можно было ролить? Но их не дают. О, окей, дали, наконец-то. Там есть шанс на этом, да. Их можно ролить в полусекретке, очевидно. The Chariot. Найс. Опсы, нахуй. Не нужны опсы. Кайф. Каев. Пошло, пошло дело, пошло дело. Причем, а если я на роли D20, я смогу ролить типа магаз в секретке? Если я на роли D20. Это ж типа магаз, правильно? Соя рок-ботом? Да типа, блять. Ну, возможно, я не знаю. Денег, денег нам никак не накрафтить. Денег нету, потому что я съел нух-ух. Я думаю, я смогу пароли через D20 магаз. Вот еще мем. Свинка есть в сертификате тоже. Так что мы все еще можем ломать через свинью. БТВ. Это все еще... вариант. Два этого, потому что душа, да. Душа активирует мою активку. Карбеттери, that's my soul. That's fine. This lost meme gives me double active. Basically.
Так. Господи, одни мешки, камон. Я не хотел это брать. Так, мне нельзя больше покупать, а это у меня денег не будет. Просто беда в том, что свинья уже нормально не будет фармиться, потому что у меня бомб иммюн, да? Типа из-за бомб иммюна будет хуйня. Будет неудобно. Не подойду, да почему не подойду? Захочу, подойду. Было бы желание. А, я это купил. Охуенно, ну ладно, место освободил. Double roll everything? No. Actually, I have no fucking clue. Maybe. I'm not playing this game crazy, don't ask me. I'm playing this game for the first time today. I don't know shit. But I guess we will see if I will get a lot of breakfast soon. Убей ласта? Он же полезный. Ладно, хуй с тобой, умирай. Все. Так, а это у меня всего один, да, там за деньги? Который справа в углу увидел. Денег, а там всего один айтем будет деньги стоить, все остальное бесплатное. Деньги есть. Деньги есть. Не переживайте за деньги. Там вон только 15 один айтем стоит и все. Все остальное бесплатно. Так. Наверное, мне тут ничего не надо с этого списка. Да я доберусь до него, в смысле. Я в идеале ищу The Infinity как можно быстрее. Это было бы идеально. Найти здесь The Infinity. Я нашел The... Ебать. What? Мозг. Мозгу очень больно снова. Очень больно. Очень больно, но это берется точно. Это берется точно. Как же больно. Как же больно. И что я делаю? Сертификат. Че я с него беру? Сакрет? Ну нет, наверное, что-то другое надо брать теперь. Нахера мне сакрет? Причем, я вам скажу больше, я... Тут рума была закрыта, потому что тут муха появилась. Из-за мух, ух, появилась муха в этой руме. Ой, блядь. Какой рофл. Свинья? Ну вот типа, а чё свинья? А как я буду её фармить? Чем мне её фармить? У меня же это, у меня же бомб иммюн от своих бомб. Типа, мне кажется, уже, наверное, свинья уже поздно, наверное. Мне кажется, мы уже доломали здесь, нет? Тут уже можно без свиньи. Типа, надо что-то веселое брать, я не знаю, что веселое. Скорость я знаю, да, скорость охуенная. Соя. Соя будет минус весь дэмэдж. The Hanged Man. Чё, правда, соя? Блять. Сложно. Тут сложно передвигаться в этой руме. Ракеты. Ещё не точно возьму нечаянно. Конечно, неудобная рума. Просто жопа. Бесь. Класс, так, глаз оккультиста? Не. Это говно. Не хочу глаз оккультиста. Так, икс.
Я нашел. Я нашел, что я хотел. 51 дэмэдж. Wait. Он меня дамажит. Подожди, он меня дамажит всем или только... Ну вот да, вот это лучше вроде. Вот это вроде получше. Ока. Теперь рулим дальше. Теперь мы, видимо, ищем... Реально, да, ищем Бомб Имьюн. По всей видимости. Весело, по-моему, весело. Тебе что, не весело? Я на волк. Вроде весело. Сою, я уже Сою не иду, потому что Сою уже заролил. Сои уже не будут. Это вроде must have. Это вроде must have. Теперь пора перезайти на самом деле. Вот что я подумал. Пора. Свиню уже поздно. Хотя. Теперь, наверное, можно. Ну, посмотрим, если, наверное, если свиню на роли, то, возможно, возьму. Это, опять же, точно берется, правильно? И нажимается. Маловато, конечно, ну ладно, 85 дэмэдж. Что-то получил по дэмэджу. Немножко дэмэджа получил. Маленький, но компактный. Мини-мега-маш. Получился. Тут еще в теории этого можно на роли, да? Тут, кстати, будет точно авибэк. Лол. Свинья не нужна. Нам свинья не... Нам свинья, короче, не пригодится. Но! Ну, в принципе, мне дэмэджа больше не надо, правильно? Мне похуй на дэмэдж. Нужен только тирейд, так что, наверное, мне похуй на мегамаш с этого этапа. Скорее всего, похуй. Ты вибэк видел? А, да! Точно, там будет блодбэк от роли наоборот. Там все наоборот, ты же активку не видишь, а видишь эту. Да. Забей, у меня уже мозг уже откисает. Да. Ну ладно. В принципе, похуй. В принципе, пох. Орблес, я не могу здесь брать ничего. Я тут просто не могу ничего брать. Мне нужны айтемы, потому что нужны... Ага. Это будет долго. Это будет долго. Хаос, не-не-не, похуй на хаос. Душа кипера, ну ух. Это будет долго. Это будет очень долго. Что происходит? Да просто смотри и получай удовольствие. Тут даже я не понимаю, что происходит через раз. Тут что-то происходит. Какой-то контент происходит. Так. Так. Момент. Это плюс 3 этому, правильно? Да. Даже больше. А почему я получил пайра? Или пайра здесь было? Наверное, пайра просто было, окей. Ага. Ага, и вот так можно, в принципе, тут высирать просто миллион айтемов. Если еще найду, правда, фулл картул. Temperance, Justice, Moon Card. А, ну да, Justice тоже было одни бомбы, окей. Ой, господи, так, верни обратно. Так. Вау. Какие хуёвые проки. Мон. Какие унылые проки. Yes, Infinity has D20. I will try to D20 actually secret room. I wonder if it will like reroll the shop. Maybe it will reroll the shop prices.
на этом с... Здравствуй, лисенок. Ломаем, ну, так получилось. Так сегодня вышло. Душа лоста. Чё за мемы? Какая душа лоста? Привет, Гирчик. Есть карта демо... Это, кстати, правда, да. Я уже потерял мегамаш, нет. Это уже неправда. У меня уже мегамаша нет, так что... ГГ, дэмэдж, все, дэмэдж я уже не увеличу. Я могу только тирейт увеличить. Ну, типа, дэмэджа, мне кажется, уже хватит. Мне кажется, я переживу. Дэмэдж, все, там минус мегамаш. Без мегамаша ничего уже не получится. Ну-ка. Фортуна. Бля, фортуна точно нет. Так. Я хочу попробовать сделать D20 внутри секретки. The sun. Черед не больше мегамаша, черед дает тирейт. Не дэмэдж. D20. Роллет! Ебать. Ой, блядь. Роллит, да. Но это было очевидно. Так. Мне бы найти Two of Diamonds, да? Эпик, эпик хуйня будет. Эпик скучная залупа. Ну какой нахуй эпик? У меня уже... Хималакари, алё. Ну о чём? Вы о чём? Это руина будет. Ну реально можно найти Two of Diamonds. Вот что можно найти. На бланк-карту. Но это может быть долго. Карта говна? Да, это тоже правда. Но тут румы мелкие все. Давайте просто ее прокнем. По фану. Что-нибудь нашел, по-моему, нихуя не нашел. Ничего не дали. Через D1. D1 нынче нет. D1 нынче не для этого. Она меня заебала. Это сильно долго. Но D20 смешно. Давайте еще раз D20 сделаем. Temporary tattoo trinket for challenge room. Do you really think I need to min-max this? In this run? I think... I will not do this. This run should end soon. Hopefully. Strength. А это вообще меняется или нет? Просто я даже не вижу. Возможно, они особо и не меняются. Не меняется, да? Но, правда, я один раз, я там заролил 3 или 4 айтема. Там не было айтемов. Там не было ни бланки, ни там нихуя не было. Из этих айтемов. То есть они реально появились после D20. Что забавно. Так, мне все еще нужен бомб иммюн, правильно? Все равно нужен бомб иммюн какой-нибудь. Тут теперь, правда, блять, мне нужна кредитка. Вот что мне надо. Или купон. Киднистоун нет. Блять. Вернее, да, но, сука, нет. Где я потом деньги возьму на все остальные айтемы? Ну вот кредитку через D1, но это так долго будет делать. Это будет так долго делать. Ну можно попробовать реально сделать кредитку, да. Господи, это реально будет рано сегодня последнее, это сильно долго все. Там благо заряд 4, да, по-моему, D1.
Хотя бы. мы не спешим, это правда. Спешить некуда. Типа кредитка пиздец там поломает руму. Просто в жесть. Она ее поломает. Таня, лучше кредитку. Даже то Дэнс будет хуже, чем кредитка. С ними же с толку мало, потому что там дэмэдж больше не будет, а те рыб мы поломаем сейчас через Kidney Stone. Поломаем. Но нужна кредитка. Жестко нужна кредитка. В этом минус. Нет, нынче D1 копирует только тип дропа, а не конкретную карту. То есть я получаю просто рандомную карту. D20? Можно попробовать, да. Тут просто дропа мало. Довольно мало дропа. И зарядов 6. D20. Давайте попробуем. Может, или быстрее получится. Вообще, учитывая, что у меня здесь это, у меня здесь... Нух-ух, то может и быстрее будет реально. Через D20. Хорошая идея. No, no, it's not possible. No vamp. Stop trolling. We're not there yet. Judgment! Сука. Ну он мне нахуй уже не нужен. Зачем мне Judgment? Когда у меня роллы бесконечные. Ладно, я даже тут его поставлю, чтобы денег дали, или вернее, что-нибудь дали. А, ну да. Ключей тоже ведь нет. Ключей тоже нет, точно. Это я забыл. Логично. А, понятно. Руну так я ее оставил, нет? Нет, я не оставил. Да похуй. Руну, наверное, тоже еще найдем, если будет надо. Любую руну найдем. Так, это потенциально Black руна, поэтому нет. D20. Тут хорошо батарейки прокают, вот сейчас смотрю. Прям заебись прокают батарейки. One makes you small. Очень маленький. Это рисок автомат на этот. На... Айтем руму, господи. На айтем руму... Как его? Еще старс, еще айтемы. На этом руму в кафедрале. Хотя это смысл уже никого не имеет. Жесть. Очень-очень-очень маленький. Но, я думаю, тринкет на Пандору мне уже не нужен. При всем уважении. Мне кажется, это мне уже не пригодится все же. Это зря я взял. Это зря я взял, ну ладно. Это я зря взял. Это ошибка. Это ошибка. Кстати, Самсон, но у меня уже опять же нету Мегамаша. На Самсоне это был бы еще плюс дэмэдж на Мегамаш. Поесть. Как же сложно найти кредитку. Да, собрал мне. Жопер. Я там был уже. О, плюс тирет, нихуя себе. Тирза. Похуй.
Батарейка. Скоро мы найдем, скоро. Вот чувствую уже, господи, золотой... Золотой призрачный сундук! Ты еще и призрак, господи. Я не вижу, что ты призрак. О! Я нашел свало пенни, лол. Нет. Поздно. Это уже поздно. Это уже тупо поздно. Не-не-не-не-не-не-не. Это уже мимо. Это точно мимо. Это уже слишком мимо. Мы ищем кредитку, окей? Нам нужна кредитка. Все, больше нихуя не надо в этой жизни. Дайте кредитку. Ебать, он прокает. Бля, осторожен. Блин, теперь надо аккуратно. А, у меня ключи закончились. Фак. Зачем? Вот. Вот. Вот для этого. Вот тут мне нужна кредитка. Окей? Муха. Призрак. Господи, идите в жопу. Съебал. Two of Diamonds, но это уже не то, наверное. Нету кредитки. Нету кредитки, нету. Есть вайлд-карта. А, меня муха, я думаю, чё меня в сторону пушит? Что меня муха пушит, господи. Эх, это не Ера, а вайлд-карта. Подожди. Диплопия, по-моему, уже была, диплопия нет. Может, не было диплопия, я не помню. Ну, короче, ладно, это пока можно оставить. Для прикола. Range up. А, я с фаллопенни съел, я думаю, что-то хуйня происходит. Я с фаллопенни съел. Понял. Это многое объясняет. Опять жопера. Потому что я съел трикет, который называется Нух-Ух. Нух-Ух делает так, что у тебя нету после Депс 2 ни ключей, ни... ни мани. Такая механика у трикета. Спейдс нашел. Хек. Ace of Spades, давай. Lockpick, давай. Ace of Spades. В теории еще, наверное, ищем Еру, наверное. Хотя... уже, наверное, не особо-то ищем. Давай. А я же могу открывать сундук, я троллю. Я же тринкет. Я троллю. Я же мог открыть. Тирейд. Плюс 0.06. Заебись. Да-да-да, я уже висну, все. Зависаю. Так, все, дропов уже мало. Остается печально. Плохо-плохо раскачивается. Я пытаюсь его съесть, но его что-то не хотят есть. Марбельс не хочет работать. Рак?
Ура, рак. Сработало. Дело батареек, зачем? Мне и так в кайф. Товда. Знаете, я думаю, пока хватит. Мне, я денег нашел. Ладно. Давайте пока так сыграем. Я нашел денег. Ролл. Так. Главное не проебаться. Мне точно нужен бомб иммюн, да? Железно. Надо найти бомб иммюн, потому что я точно сдохну. Иначе. Хотя дэмэдж можно было не брать от роллю. Потому что выше не станет. Окей. Да, окей. Нормально. Уже неплохо. Уже неплохо пошло. Для начала пойдет. А я уже перезаходил, но до этого. Я лучше наоборот не буду сейчас уже делать эту хуйню, потому что у меня там уже был. Я уже типа там уже был и пикак этот. Хималакрия. Сейчас я уже не буду перезаходить. Смысла не вижу. Так, мы очень ищем бомб иммюн. 100% ищем бомб иммюн, потому что без него точно страшно будет дальше жить. Свинка уже не актуальна. Я уже сам свинка, по факту. Потому что я уже съел с волопами. Сет бомбы, но они не работают на эпиках правильно. Это уже не фетус. Что тут можно взять? Зеркало вроде смешно сильно не будет, там все равно ничего не будет понятно. Зеркало будет говно. А, таблетка у меня в руках точно, и вправду. Я даже не увидел, спасибо. D1. Фрут-кейк, блять, фрут-кейк. Oh no. О, no. Окей. Да нахуя тут хоминг, господи, тут все равно ничего не будет видно. Господи, вы о чем? Какой хоминг? Зачем тут хоминг? Так, печенька тоже, наверное, по той же схеме пойдет. Окей. Так, роу. Поп. Блять, еще и поп. Ну слушай, пом-пом это победа. Это победа. По-моему, это отлично. По-моему, это просто охуительно. Не знаю, мне нравится. Победа, ну, в плане того, что как это ж охуенно смотрится. Не зря. Не зря мы этим полтора часа маялись. Это успех. Вот поп, мне кажется, брать уже опасно. Это опасно брать. Поп может все плохо сделать. Монета сломанная, она поломает все. Нахуя ее брать? Это глупо, поэтому. C-section точно здесь нет. Прям точно нет, да ведь? Прям вот совсем нет. Вроде все мимо. Кесарево залупа же будет. Не, кесарево хуйня будет. Кесарево, скорее всего, все поломает. Испортит праздник. Луда... I don't think Луда worth it. Луда probably will be something fucking trash. Synergy. I'm not taking Ludo or C-section here. I don't believe this shit. Okay. Я нашел. Все, теперь я могу брать все что угодно отсюда. Теперь я могу взять что угодно. Теперь мне вообще все насрать. Континуум.
Возможно, континиум. Он денег стоит. А где он? А вижу. Он денег стоит, ну ладно. Блять. Так, давайте проверим, подожди, давайте проверим. Сейчас игра не ломается еще. Ну, мне кажется, Almond Milk поломает игру все-таки, да? Я не думаю, что Almond Milk игра выдержит. Это будет слишком много слез, наверное. Ну, давайте попробуем. Но я, у меня плохое предчувствие. Хотя там будет небольшой тирейд. Нет, большой тирейд, окей. Довольно большой. Хотя... долго падает. Блин, кошка уже в шоке. Кстати, кошка там не включила, брат. Кошка аж проснулась и взрывов. Вьетнамские флешбеки. Паук, кстати, да. Бля, паук тоже платный. Хуёво. Блин, я так и не нашел кредитку. Хуёво. Дальше я не смог найти кредитку. Так, давайте ролить, наверное, внутри этой румы пробовать. Только я сейчас могу нечаянно уйти в дырку, это вот в чем печаль. Ладно, я не буду там ролить, там опасно ролить. Нужна кредитка. Без нее никак. Там еще много можно взять этому, я уверен. Можно еще много чего найти. Еще что-нибудь веселого. Хермит. Лол. Хермит норм. Это хорошая карта. Блять! Тихо! Тихо! Все, хватит. Душа лирит обязательно. BBF, отлично. Девил. Хуйня. Плевать, соберу. Батарейки зря беру. Ладно. Сигил, это правда, можно попробовать его съесть. Кредитка. Полиция остановится? Нет, я не могу уже остановиться. Тут уже невозможно остановиться, я уже не смогу этого сделать. Я уже вошел во вкус. Там, кстати, гопи-часть, лол. Откуда она сейчас там взялась? Чё за гопи-часть? Откуда? Что это? Какие гопи-части? Душа Айзека. Там трипл еще есть. Но денег паразит. Это будет точно краш. Вот это будет точно краш. Это без вариантов. Это без вариантов. И кости еще есть туда же. Не. Добыть не может. Добыть не может. Да не, ну. Да я не верю. Ты правда, что ли, игра это? Ты выдерживаешь, серьезно? Тап тыкни, полтора часа, ну час 40. Типа, серьезно? Он меня обманывает. Ты как съявил на Текс? Не, ну это точно успех тогда. Я себя не вижу. Стрим, да, наверное, не выдержу. Ну, стрим, ладно. Вам, чтобы игра выдержала, стрим-то ладно. Стрим переживет. Так. Что я еще могу взять? Давайте думать. Что еще можно взять? Давайте еще маленько пороем. Но денег не будет. Деньги закончатся, скорее всего, очень быстро. Ace of Diamonds. Это очень беда.
Господи, кредитку хрен найдешь. Какая редкая карта. Опять фул карта лоу. Judgment. Queen of Hearts. О, энергия, хорошо. Вот это БТВ могло тоже по-моему крашнуть. По-моему. Так, D20. Подожди, где ты там? Внимательно ищем кредитку. Лост? Не хочу лост. Блять, еще один Эйвас, ёб твою мать. Минное поле себе сделал. Так. Душа Иденова. Звучит смешно, но мне кажется... А хотя, слушай, один раз надо повязать, подожди. Давай один раз повязаем. Там будет хаос ролл. Там приколы могут быть. А, там завтраки уже пошли. Блять, ладно, нет. Нет, нет приколов. Приколы отменены. Чариот. Плюс 4.39. Блин, я вижу, блин, сына, мне кажется, нахуя. Это стоит брать? Думаете, это стоит брать? Ладно, если найду кредитку, то может возьму. Но без кредитки это никакого не возьму. Кредитка нужна. Так, Чириота, по-моему, не стапается. Two of Diamonds, окей. Нашел. О, господи. Да, 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 подожди. Мне игре реально похуй. Удивительно. Игре вообще похуй. И это не парит. И это вообще не парит. Игре норм. Это уже тоже, по-моему, ничего не делает. Так, я сейчас в дырку провалюсь. Мне уже не очень норм, но игре норм. О, это прикольно. Это прикольно. Мун карта. Опять один сол. Так. А я кто? А я Айзек. Это хуйня будет, это неинтересно. Белял, Белял уже ничего не даст, а шипикак. Я провалюсь нахуй. Soul of Apollyon. На активку я знаю, но как бы уже похуй, наверное, опять же. Вроде уже плевать. Вроде уже можно и без нее допройти. Я тупо хочу найти кредитку, я не успокоюсь, пока ее не найду. Просто ебать инкубы закинул. Я не вижу, где дырка. Дырку покажите. Окей. А бежать дает, просто ролла, по-моему, дает. Ты будешь типа как Тайзек, да, по-моему, или что-то около того. По-моему.
Кринжоин, да, кстати, нет, я еще не собрал, по-моему, кринжоин. У меня уже, правда, уже кринж-пара и инкуб уже есть, поэтому, по-моему, особо уже и не надо. Тут это была, возможно, ошибка. Это, может, была ошибка. Так. Вижу блёбика, но мне кажется, блёбик уже тоже не пригодится. Лаверс, окей. Старс. Теряю стаи, стай мне нахуй не нужен. Ага. Ну уже завтраки, все, походу. Походу пора заканчивать. Все-таки, похоже, конец. Походу, мы все-таки пришли к концу этого рана. Это очень грустно, конечно, но. Как бы и песня Goodbye говорит, поэтому да. Видимо, все-таки да. Ну, где моя кредитка? Я недоволен, что я не вижу кредитку, до сих пор не вижу. Сейчас я, по-моему, на роли, подожди. Так, а у меня есть на Мегастена что-нибудь? Нету? Надо карту, да, надо украсть с собой. Подожди, на Мегастена. Погоди, блять! Обратно. Я собрал что-то страшное. Я что-то очень страшное собрал. Бустер, я знаю. Но он нихуя нет, потому что у меня статы уже так поломаны. У меня уже очень поломаны статы. Ера. Ера. Ера вайлдкарта, да? Но... Опять же, надо ли мне это уже, наверное, не особо мне это уже надо. Ера вайлдкарта. И точно не в этой руме. Давайте в этой руме. Ох, господи, ладно. Типа, нажал. 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 Еще нажал. Ну, я думаю, вот этого хватит уже наверняка. Ой, блядь, этого много оказалось. Подожди, этого очень много оказалось. Блядь. Ой. Ошибка. Ошибка. Ну тут-то есть кредитка, да? Тут-то наверняка она есть. Тут по-любому есть кредитка, я уверен. Тут я ее найду. Даже батарейка. Батарейка есть, подожди, дай. Дай батарейку, нашел. Какая грязь. Ой, какая ж грязь-то, господи. Кенсер это уже видел Кенсер, видимо, уже все уже переломали. Я уже, по-моему, вижу тринкеты по второму кругу. Все. Нух, ухаха. Ну, да, все. Уже тринкеты поломаны, все. Тринкеты пошли по второму кругу. Уже все пошло по второму кругу. Души лили, подожди, где? Дай. Ой. Эй, кто нажал? Давайте выйдем. О, стало получше, кстати. Стало получше. А, это хуйня ключи отбирает, серьезно. Сундук это баг с этим золотым дропом. Золотым тринкетом, короче,
забей. Лаверсы, лаверс. Ладно, еще лаверс. Еще один нажму, так уж и быть. Там все, одни завтраки, типа, все, забей хер. Ничего уже больше не будет. Ау. Там была энергия. Где энергия? А вот энергия. Тут даже две энергии. Окей. Так. Ролл. А. А. Вечеринка закончена. Все. К сожалению, все. Походу, все. Ладно. Ладно, уходим. Уходим, уходим отсюда. Да можно я выйду? Все. Если мы в шелло провалимся, сможем выбраться, учитывая, что десертификация спиддаун полапана. Нет, из шелло мы не сможем выбраться никак. Только если будет сокрома, наверное. Только в этом случае. Оу, нау. Она не выдержала, она все-таки крашнула. Почему именно на матери? Почему именно на сердце, сука? Не было же краша. Не, ну ломка без краша это не ломка, я считаю. Ладно. Я вроде это делал бэкап, поэтому нормально. Я делал бэкап. И там, кстати, был билд примерно такой же, кстати. Он был не сильно хуже, чем этот билд. Но там не было мегастена. Надо ролить теперь мегастена, видимо, хуйню. Мы немного потеряли. По факту. Тут мегастена нету. Хуёво. И ключ я, по-моему, уже ролил, да, ведь? Нормальный билд. Это тоже вполне адекватный билд. Speed up. Фарм, надо хоть, я хочу найти это, мегастена хуйню. Я хочу на мегастена сходить. Типа, нахуя это все фармил, если даже мегастена нет. Какой в этом смысл тогда? Ну вопрос, найду ли я его. Это, по-моему, было довольно долго, я это искал. По-моему, это было не очень быстро. Так что, может, я это уже и не найду. Душу? Не-н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 е. Это дурак какой-то. А! Это я хорошо придумал. А. Ну это ладно. Это нормально. А, я магнит, да, какой-то уебански съел. Деньги вернуть. Деньги вернулись, окей. А. Окей. Там где-то уже 2 часа с половиной почти. По-моему. Ну как бы в этом ничего страшного нету. Это нормально. Это норма. Хермит, 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 хермит.
Кермит. Кермит. Пуф! Пошло. Пошло говно. А где все айтемы? Айтемы сделал мне. Ладно, я тролль, я же айтем удалил. Отставить троллинг. Ера. Опять Ера. Не, ладно, это я уже не буду делать. Это будет опять больно. А вот что-то D20, наверное. Только я не думаю, что здесь типа роллы сидят. Они вряд ли сидят. Я не знаю, когда, короче, здесь будет этот, когда я получу Get out of jail free card. Если я вообще его получу. Черт его знает. Кстати. Я вот что нашел. Cracked Dice. Погодите. Этим тоже можно ломать. Очень даже. Я его съел, я его не съел. Где он? А где он? А вон он. Нихуя не вижу. Съел, заебись. Продолжаем. Хаос, как-то не то. Так, а чё я ищу? Либо душу Кайна, либо Get out of jail free card, да? Получается. Я уже нашел wild карту, серьезно. Блять, только не эта бомба. А, камон, ее не было здесь в прошлый раз. Ее не было. Хуёво. Идем отсюда. Блюки, по-моему, я уже видел блюки. Хотя я могу его снова найти, потому что тут, типа, тренкеры скоро будут это, повторяться будут. Я опять Еру найду с файл-картой. Я точно вывалюсь. Я точно скоро вывалюсь отсюда. Я прям уверен. Батарейки нет. Батарейки. Энергия. Энергия. Сейчас прям игра, да, опять крашнет, чтобы было смешно. Опять будет краш. Я прям уверен, что опять игра крашнет. О! Тринкет! Тринкет! Fuck yes. Надо его съесть. Найс. Nice. Come on. Huge growth не дает нихуя, потому что я нажал его, нет, я его не нажал. Huge growth. Плюс, ебать, тренджа миллиард, окей. Мегамаша, я не нажимал, да, эту? Ошибка. Арки, думаю, да, можно наролить. Почему нет? Там, по-моему, любую активку можно наролить, или почти любую. Душа Кайна. Все, нахуй, валим. Валим.
Так, нет, нихуя не валим. Ролим. Ролим. А, все, там реально уже был конец. Ну и говно, ну ладно. Еще опять краш, да, будет сразу? Сохрани, так а что толку, если игра крашится? Наоборот, не надо. Сохранять. Я еще опять уже набрал айтем. Я сюда себя просто засоплочу этим сохранением. У меня есть чекпоинт до последнего фарма. Там игра была стабильна вроде. Плюс-минус. Ладно. Игра жизнеспособна. Вот это я уже зря делаю. Вот это я уже зря делаю, но... Ладно, я думаю, один инкуб ничего не сделает плохого. Правильно, правильно. Правда же ничего не сделает. Все нормально. Нормально. А, еще лос вернулся. Теперь еще лос снова есть. Охереть. Завтрак обязательно брать надо. Самый важный прием. Завтрак нужен. Я не вижу. Где я? Лос меня больше 5 раз. Где? А кто? А, окей. Войд. Чё, ел? Вермишель. С котлеткой. Завтрак. 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 Где D8, подожди. D8. Давайте D8 жать. Вдруг что-то изменится. А помните, я говорил, что мне монашка в этом ране будет не нужна? Если бы я ее не брал, ран бы уже был бы закончен полтора часа тому назад. Еще инкубус. Конжоин. Блять. Бля. Ну ладно. Надеюсь. А эта хуйня еще ролит. Забавно. Это будут завтраки. Ну да. Какие-то войды образуются, что происходит? Что это за билд? Что это за билд? Ты, господи, я не вижу опять себя. Ладно, я не буду нажимать душу Лилит. Я понял. Я не буду нажимать душу Лилит. Это была плохая идея. Просто нанах, инкуб, нанах, конжоинт. Сразу просто все, блядь, вместе. И конжоинт, и инкубус, и просто по пизде опять на босс-файте. Просто все заканчивается. Ладно. Хорошо. Ну, вот уже близко, мы уже почти закончили. Тот файл. Ну хоть в части это уже тоже радует. Там был мат, но я вроде помню, да, куда идти. А? Алло. Убей лоста. А я его не убью, у него бомб иммюн. Вообще никак, да? А как его убить? Ау. Изи. Не-не-не. Пусти меня. Так, у нас это... Плюс ББ файт, все. Чекпоинт.
Чекпоинт прошли. Все, 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 все. Зачем? Потому что он дает больше слез. И все ломается. И все очень страшно ломается из-за этого. Мама. Это уже волна. Уже ангелы. То есть я вообще не видел ни одного мини-босса, по-моему. Да были мини-боссы, я их не видел. Возможно, были. Какое мясо. Ну, не воет, мне кажется, воет. Мы бы вообще не увидели. Delirium Fight просто бы сам бы по себе бы закончился. Окей. 48. Кошка смотрит. Быкует еще. Нет, еще не-не-не. Я закончил. 48, все. Хватит.